Как же хочется обычному Валера, деревенскому блин, мальчику пиццы. Да хочешь заткнись. анекдот расскажу? А, да. Идут, мы как раз на локации такой хорошей. Ползут два армяна по пустыне, у них Ха! ног нету. Два армяна по пустыне ползут, ног у них нет. Представляешь, Ого! ситуация такая, Жесть! инвалид. И вдруг на пути встречают джина, джина встречают. И Оу! так и спрашивают, джин у них спрашивает: ребята, что бы вы хотели, у вас одно желание. И там армянин отвечает: блин, хотим, чтобы мы научились ходить. Оу! Он такой: блин, ребята, только одно желание. Дает, короче, одному армяну нарды, и он, короче, ходит. Оу! А как он ходит нарнами? Боже, у него уже руки были, правильно? Заткнись. Осуждаю, не кручусь, хлопать стоя.